С 25 ноября по 1 декабря в Нефтекамске проводится профилактическое мероприятие «Штраф». Госавтоинспекторы совместно с судебными приставами останавливают водителей на дороге и проверяют по базе данных. В случае выявления правонарушения на автомобилиста составляется административный протокол. Наказание не заставит себя долго ждать. В таких случаях виновное лицо подлежит привлечению к административной ответственности по части 1 статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. И наказание здесь очень серьезное. Это штраф в двойном размере от неуплаты первоначального штрафа, административный арест сроком до 10 суток или обязательные работы сроком до 100 часов. Оплачивайте административные штрафы в установленный срок, чтобы избежать неприятных последствий. Ведь в наше время есть масса способов узнать о задолженности и оплатить ее удобным способом. А лучше не нарушать правила дорожного движения, и тогда ваши деньги останутся в целости и сохранности. Полина Сюткина, Ксения Белалова, Эдуард Новиков. Информационная программа «Ежедневник».